Мне нравится. Китайцы, они, я почитал на сайте, да, они пишут про них, что они очень любят своих хозяев, то есть очень привязаны к людям, поэтому у них такой фонтан эмоций. Хотя характер у них скверный. Он ревнивец, ужасный, если хозяин гладит какую-то другую собаку, он все. Это все писец, короче. А так, собака просто забей. Ну классно, мне пес нравится вообще охеренный. Так. Надо, знаешь, где-то встать, короче, и отработать с кулемета, посмотреть. С этого. С тепловизора. Сейчас своих солнцепеков подгонят и не будет. У нас этот. Да-да-да. Умненькие псы. Умненькие. Но я говорю, вот у них единственное, что скверный характер, он очень сукоревнивый, ревнивец. А так пес вообще для души прям миль надел. Я купил, потому что мне просто хотелось маленького пса, да, домашнего всегда. А тут попался просто в магазине, щенки были, мы купили. А так я абсолютно не искал какую-то определенную породу или еще что-то. Вот, так сказать, просто случай так вот подогнали. Вот здесь на бугорке маски. Да-да-да.